Большинство крупных производителей техники пытаются подчеркнуть свою заботу об окружающей среде. Не стало исключением компания Unitrend, которая вывела на рынок серию мультиметров UT90. Элементы корпусов мультиметров созданы из экологически чистых материалов, которые поддаются вторичной переработке. Визуально и функционально мультиметры серии 90 очень похожи на мультиметры 58 серии. Модель UTD90 отличается наличием автоматического выбора диапазона и функции относительных измерений. С помощью прибора можно измерить величину переменного напряжения, постоянного напряжения, на диапазоне до 400 мВ, сопротивление, а с помощью кнопки Select можно выбрать тест диодов или прозвонку цепи, емкости, частоты, постоянного и переменного тока на диапазонах микроамперы, миллиамперы до 10 ампер. Кнопкой Select можно выбрать род тока. Отметим, что на дисплее мультиметра отображаются указатели правильного подключения щупов. Продемонстрируем измерение сетевого напряжения и прозвонку цепи. В итоге, пользуясь мультиметром UT90D, вы не только проводите измерения, но и заботитесь об охране окружающей среды.